Слой номер два нашей программы. Весовая категория 60 килограммов. И приглашается в ринг рефери Сергей Рыбашлыков. Аплодирую. Синий угол на этот поединок. Под ваши аплодисменты приглашается Даниил Бликертас, кандидат мастера спорта Санкт-Петербург. В ринг поднимается Даниил Бликертас, аплодируем. Красный угол, под ваши аплодисменты приглашается Ваграм Нарсисян. Стоп! Регламент боя 3 раунда по 3 минуты.
Давайте поаплодируем. Дорогие друзья, уважаемые болельщики, а сейчас я хочу представить вам девушек, или, как говорят в Лас-Вегасе, Ring Girls сегодняшней программы. Но это не просто модели, это финалистки регионального этапа всероссийского конкурса «Краса России». Давайте поприветствуем Дарья Никифорова и Екатерина Дегтярева. Аплодисменты! Thank you.
Продолжается матчевая встреча Псков-Санкт-Петербург. Сейчас вы смотрели, болели и переживали за весовую категорию 60 килограммов. Наши аплодисменты. Друзья мои, сразу скажу, что судьям было непросто определить победителя. И действительно идет подсчет очков. Поэтому прежде чем мы скажем вердикт, давайте узнаем, кто болел за Даниила Бригердаса в этом бою. Поаплодируем. Есть болельщики, есть Петербурга. Вижу. А кто болел за Ваграма Нарсисяна в этом бою? Ну, он хозяин ринга, поэтому. И тем не менее, в этом бою с небольшим разногласием судей победу одерживает Ваграм Нарсисян, красный угол. Red Corner! Аплодируем, аплодируем. Ну и наши аплодисменты кандидату в мастера спорта Даниилу Бригердасу, Санкт-Петербург. Ваграм, ну что ж, всегда в зале много болельщиков, которые приходят именно на вас посмотреть, за вас поболеть. Постоянно слышу вопрос, когда вы дебютируете на профессиональном ринге. Поэтому видите, сколько сразу к вам накопилось сегодня вопросов. Обращайтесь к вашим болельщикам. Хочу поблагодарить, опять же, всех присутствующих, кто пришел поддержать не только меня, а в частности всех ребят, но какая была бы разница, это Питер, там, Псков, Москва или другие города, или международные страны, других ребят, не стран. Всем большое спасибо. Я воспользуюсь случаем, хочу пригласить на ринг ребят, которые поддерживают меня, но и в частности всех спортсменов нашего города. Это Андрей Петров, который помогал, секундировал, помогал готовиться. Это Юра Иванов. Вот. Роман Закарян. Андрей Леонидович, вас тоже будем рады видеть здесь. И Андрей Игоревич. Андрей Игоревич, не вижу.
Сейчас он подойдет, сейчас. Ну что ж, давайте сделаем групповой снимок, потому что... Вот. О, подарки в студию, давайте аплодируем. Вот это да! Я буду называть с сегодняшнего дня, друзья мои, я буду называть... Ваграм, большое сердце, Нарцисса! Запомните, журналисты. Сейчас позовем его, вот сейчас. Он пошел в судейскую коллегию. А, еще, да, вот смотрите, друзья мои, главный подарок это Игорю Андрееву, нашему супервайзеру. Он сейчас пошел в судейскую коллегию. Игорь Андреев. А что хочешь, что в коробочке? Что посмотреть? Девушки спрашивают, что в коробочке. Ого, ничего себе. Покажем здесь часы. Настоящие часы. С фотографиями. Вот это подарок. Отлично. Ваграм, большое сердце, Нарцисса. И фото. Вот это да. Спасибо, Ваграм, спасибо вам. Мы все прекрасно знаем, что как вам дается тяжело возвращение на ринг. Поэтому это настоящий мужчина, давайте мы приветствуем его.